Всем привет! Очередной комплект мебели в баню. Это сидушки клеятся. Погнали!
Ну, такой, друзья, получился стол. Кто досмотрел до конца. В два слоя покрыл орехом и венги, посмешивал цвета. И сверхушку покрыл уже паркетным бурмовским маслом. Потому что дерево мягкое, чтобы не было сколов. Вот здесь у нас конь, лошадь. Потому что тематика такая была задана изначально. Этот комплект будет мебели, тот у меня был предыдущий с медвежьей темой. Здесь будут лошади и алабаи. Первое вот изделие из этого комплекта — это стол. Стол крепится. Здесь будет на глухари. Здесь есть пропил 3 сантиметра, чтобы дерево, столешница шевелилась при расширении, чтобы ее не рвало. И будет на шайбах. Уже не первый стол. Позволяет дышать, так сказать, столешнице, и при этом очень хорошо прикручивается. Лошадь вырезана из бука. Она закрывает здесь глухари, которые держат эту перекладину. Все очень жестко, то есть без столешницы будем заносить, даже не разбирая. Но при желании сюда это можно убрать, оно не приклеено. Подтянуть болты или еще что-то. То есть, в принципе, разборный стол можно в любой момент сделать. Ну, на монтаж зато не вести компрессор. Ну, вот такой вот столик. 1,60 на 80. Вот, как-то так. Если какие-то вопросы, задавайте, оставляйте комментарии. Комплект будет еще весь мебель. Будет еще стол. Вернее, еще будут стулья, лавочки со спинками. Но все это уже в теме лошадей и алабаев. Всем удачи и пока.